Это у нас вход в квартиру. Вход в квартиру у нас железная дверь. Счетчик. Это одна комната. Это наша комната. Сейчас мы в нее попадем. Счетчик уже был наш здесь. Потом мы его переставили в комнату. Справа здесь смотрим. Это общая кухня. Обращу внимание, на потолок потеков здесь нет. Да, конечно, ремонт делался, не делался длительное время, но, соответственно, если на улице очень влажно, запотели аж стекла. Вот, здесь наш стол, готовить на газовой плите, возможно. Пожалуйста, мойка, разделочный стол, это уже соседский, это общий, вернее, а это только наш стол. Можно ставить сюда и холодильник, можно поставить даже стиральную плиту, без проблем подключить, места есть. Нет, нет, не все еще. Так, здесь у нас ванна. Здесь у нас ванна. Тоже, как видите, ну понятно, что здесь дранка. Можно отштукатурить. Значит, смотрите, стиралка это не наша, но там можно стиралку на кухне подключить, еще лучше будет. Все, в принципе, это ванна. Отдельно у нас будет туалет. Отдельно туалет. Соответственно, как вы видите, уже канализация поменяли, водопроводные трубы все поменяли, унитаз здесь стоит новый. Вот такой коридор. Так, и мы попадаем, вот наша комната. Комната. На полу ламинат, сделан абсолютно полностью ремонт, натяжные потолки глянцевые, белые, это все мебель оставим, диван, шкаф, стенка, стол, вот новый счетчик, а с автоматами разделена коридор, кухня, туалет, ванна, соответственно, ну вот сейчас хозяйка подсказывает, что оставит холодильник, еще и микроволновую печь оставит в подарок, так что полный комплект. Топят хорошо, батарея, ой, горячая. Вот, евроокно, окна здесь на восток, открывается хорошо. Смотрите, какой живописный у нас тут вид. Это вот улица у нас. Савина. Там у нас администрация. У нас, кстати, вид с окна на администрацию тракторозаводского района. Там чуть дальше 15 минут и Комсомольская площадь. Так, ну вот, как вы сами видели, розетки все есть. Вот такая изумительная комнатка. Сейчас потом выйду, покажу прилегающую территорию. Так, вот у нас сам коридор. Как можете заметить, подъезд относительно в неплохом состоянии, в целом чисто. Вот. Окна уже заменили, фасады у нас, кстати, отремонтировали домов. Но вот до внутрянки подъездов пока не дошли. Пока вот что имеем, то и храним. Оборудование интерсвязи здесь. С интернетом проблем нет. Смотрите, всего 8 квартир. 8 квартир в подъезде, 4-этажный дом. Вот уже мы. Вот такой у нас фасад. Вот люди балконы делают. Или у нас недавно, кстати. Сколько? Ну как недавно? Года, наверное, 2-3 назад. Дороги здесь все сделали. Дороги у нас заасфальтировали здесь все. В целом, в общем-то, неплохо. Так, это у нас администрация. И у нас тут дворец. Там у нас, по-моему, это общежитие. Ой, не общежитие, говорю. Раньше было техническое училище. А там у нас дворец спорта «Трактор». Там получается.
Вот наш дом. И в комментариях, что думаете по этому поводу. Как вам видится этот объект? Насколько быстро он продастся? Я думаю, продастся он быстро, потому что в целом никаких подвохов нет. Единственный один владелец в собственности уже более 5 лет, даже более 8 лет. Документы все готовы. Все, покупаем. Спасибо, ставим лайки за просмотр. Пишите комментарии. Пока-пока.